Женщина – основа основ нашего существования. Придя к такому заключению, прекрасная половина белорусок объединилась в союз. И уже более 30 лет Белорусский союз женщин продуктивно работает и совершает важные дела. Представительницы Берестейщины – одни из самых активных в этом общественном объединении. Накануне они это еще раз подтвердили на отчетно-выборной конференции городской организации Белорусского союза женщин. Белорусский союз женщин – это, во-первых, объединение только женщин. Чем оно отличается от всех организмов, которые есть, от всех общественных объединений, которые есть в нашей стране. Но важно то, что женщины приходят сюда не безразличные. Женщины активные, с хорошей позицией по отношению к семье, к детям. Женщины, которые умеют не только выполнять свою работу, но которые и уделяют время общественной работе. Это не только благотворительность, это и акции, которые проходят в городе, они не пройдут без нашей организации. Это женщина с харизмой, это женщина, которая может совершить достаточно много для того, чтобы реализовать все наши основные направления работы. От женщин всегда зависит многое, в том числе и мир, спокойствие и согласие в государстве. Объединившись, они творят добрые и важные дела. Благотворительные акции, открытые диалоговые площадки, помощь семьям – это лишь малая доля того, что входит в спектр деятельности объединения. Продуктивное общественное объединение, которое играет очень важную роль в жизни нашего общества. Оно объединяет в своих рядах самых активных, самых деятельных, самых способных, самых талантливых женщин. А у нас таких женщин очень много. И очень отрадно, что вот именно союз женщин, он заявляет о себе, ну, очень и очень громко, принимает участие в общественно-политических мероприятиях, берет на себя воспитательные функции, образовательные функции. Он на слуху. В женской натуре есть такие свойства, как забота о ближнем, сопереживание, помощь. А объединившись в единое сообщество, достичь можно во 100 крат больше, чем поодиночке. У наших землячек это получается. Они защищают интересы детей, женщин, охраняют их здоровье и труд. Оказывают помощь ветеранам, нуждающимся и одиноким. Они депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, директора предприятий, банков, педагоги, медики, нотариусы. И при всей своей занятости эти женщины находят время душевной силы и материальной возможности, чтобы помогать людям. Наша первичная организация в университете работает с декабря 2021 года, и за это время было сделано много работы. Мы участвуем в благотворительных мероприятиях, организовываем их, помогаем детям, детям из детских домов семейного типа, организовываем сбор средств для нуждающихся. Это такое важное направление в нашей организации. Также наша первичная организация занимается информационно-патриотическим воспитанием, духовно-нравственную культуру прививает как сотрудникам университета, так и нашим студентам. Эта организация очень важная, она объединяет женщин неравнодушных, готовых прийти на помощь. И мы с удовольствием тоже включаемся в эту работу. Мы стараемся включаться во все проекты, которые Белорусский союз женщин организовывает в нашей области. И стараемся оказывать помощь по возможности тем, кто в ней нуждается. И огромное спасибо вот именно Белорусскому союзу женщин, то, что они находят этих людей, они их видят. И они вовлекают в эту помощь большое количество людей и организаций. Подведя итоги работы и заслушав выступления тех, кто может поделиться опытом, женщины пришли к выводу. Сделано много, но еще недостаточно, чтобы поставить самую высокую оценку своей деятельности. Поэтому все планы и задумки, например, такие, как уделять больше времени молодому поколению, больше делать упор на семьи, перенесли на будущее. Воплотить их в жизнь является задачей председателя Брестской городской организации Белорусский союз женщин Аллы Старикевич, ведь именно ее на отчетно-выборной конференции переизбрали на новый срок.